Итак, привет всем. Меня тут попросили сделать из картинки, поменять телефоны. Вот эти вот. Это, конечно, ужасно. Но если вас очень попросили, да за деньги, то я сейчас постараюсь, конечно, хоть как-то показать. Для типографии это, конечно, сложно подготовить. Ну, так, чтобы распечатать на цветном принтере в оперативной полиграфии, то вполне сойдет. Итак, что нам надо сделать? Открываем и начинаем нашу пляску. Берем штампик и закрашиваем эти телефоны. Аккуратненько. Используем Alt постоянно. Хотя бы начинаем с фона. На записи все жутко клацает, извините. Спешить надо медленно. Photoshop какую-то новую функцию по этому поводу сделал, но меня она нифига не вставляет. Лучше дедовским способом. Зачем я 18.00 стираю, никто не знает, да? Что у нас за телефоны? 066, 068. Замечательно. Какой шрифт мы тоже не знаем, да? Зажимаю Ctrl Shift и правую скобочку, увеличиваю шрифт, так как мне примерно надо. И начинаем нашу игру. С подбором шрифтов. Так как у нас числовое значение, нам все равно. Клацаем сюда и нажимаем стрелочку вниз. Такое я сомневаюсь, что мы найдем. Ну хотя бы примерно. Например, вот такой вот. Было бы замечательно. Да. Закроем пока слои. Жесть, конечно. По-моему, проще перерисовать заново, чем так долбаться. Только фона нет. Вот. Я нажал сейчас. Ты там новая фишка фотошопа. Я выделил то, что мне надо вырезать. И на бэкграунде нажимаю Delete. И вот Contents Use Content Aware.
То есть использовать то, что под, ну, попытаться добавить. Content aware. Окей. Смотрим. Смотрите, как классно получилось. Осталось немного доработать напильником. Как правильно? Так я же откуда знаю? Давайте просто 8. В скобочках. Хотят же. Значит, сделано в скобочках. Шрифт, конечно, не тот, зараза. Другой. У вас могут одни шрифты быть, у меня другие шрифты. Ну, хотя бы такое, чтобы телефоны, в принципе, не отбались от стиля, но были, но выделялись каким-то образом. Ну, почти этот. Давайте оставим. Я нажал Ctrl в режиме текста. Я могу теперь немножко шифтом изменять направление. Например, искривление. Может, что-то есть. Brush Script Italic. И дальше тоже другое. Ну, не знаю, мне, по-моему, вот этот больше нравится. Короче, раз, два. Меняем на второй телефон. 0.68. Этот скопируем. Не спамить. И пододвинем. Краешек. Можно использовать линию направляющую, чтобы быть, чтобы выровнять это все. Наверное, я думаю, вот так вот лучше сделать. Тын-тын-тын. Туда уже лучше середине. Вот. Короче, народ, смотрите сами. Как хотите, так и делайте. Так, ну так, чтобы уже не... Нас никто не убивал потом. Можно взять History Brush. Посмотреть Hardness. Да, самое Hardness. И пройтись таким образом. Можно меньше под линию сделать размер и рисовать себе. Конечно, если есть планшет, то это классно. У меня планшета нету. Звездочки дорисуем потом. Одних заберем, другим поставим. Упс. Не прокатило. Тут дорабатываем штампиком. Выравниваем и вперед. До следующей линии. Тут берем этот текст, область для текста, и фигачим. Хорошо, что у нас линии, в принципе, более-менее прямые. Ой, Ctrl-Z, Alt, множественная отмена.
там мы, наверное, не будем. Опять все-таки штампиком. Извините за многое клацание. У меня тоже клацает. Потом исправлюсь. Опять выделяем где-то посерединке линии, и вот нам показывает область, чтобы дальше продолжать. Чудесненько. Чуть-чуть зацепили. Здесь весело будет немного. Принцип тот же, штампик. У нас, прошу обратить внимание, harness. Самый маленький, это самый большой, если он будет рубленым. Видите? Ой, нельзя так, будем как можем выравнивать. Говоря, думаю, на принтере этого не заметят. Ну уж делать так делать. Так, здесь harness я уменьшу. Если надо будет, если кто-то захочет, это будет огромное долгое видео, как подготовить для печати. Я не знаю, как вы располагаете временем. Конечно, для таких вещей лучше еще второй монитор, чтобы не мешало и можно было видеть. Ну там я не знаю, у меня память плохая. Вот еще глюк. Тоже штампиком замажем. Типа того. Ставим наш этот шрифт, зараза, не нравится. Хорошо, поставить тень. Оттяни чуть-чуть. Ну давайте оттянем. Открепляем слой. Drop shadow. Смотрим, что у нас получится. Не понимаю. А, идиот. Чуть-чуть, да? Добавляем тогда строк. Лучше белый. Вот, чудесненько. Вот наши эффекты. Мы зажимаем Alt на нем. Тогда уже нажимаем на слово эффект и переносим на другой. Вот. Чудесно. И я сохраняю ее как JPEG и PSD. Мало ли, кто-то что-то захочет опять изменить в телефоне. А, да, очень немаловажно. Раз уж заказчик все равно не знает, что он делает. Нажмем Ctrl-Shift и выберем формат печати. Это у нас как бы
Ого. А первый формат почти. Офигеть. Ну, сделаем примерно вот так вот. 210. Ну, хорошо, хорошо. 300. А третий формат сделаем. 300 точек. Ну, в принципе, я думал, будет хуже. Нажимаем ОК. Долго. Ctrl-0. А теперь сохраняем как JPEG. Он, в принципе, этот JPEG мы можем увеличивать безболезненно в 10 раз. То есть мы можем ну, как бы архивное, но с нашими компьютерами это все ерунда. Фиша. Фиша будет new. Всем спасибо. Комментарии пишите, ответим. До новых встреч.